своей ленты. Я жду даму своего сердца. Маленькую, худенькую, злую. Немножко неадекватную. Анну Брянскую. Анну Брянскую, да. Ты уверен, что она еще придет к тебе? Да, я уверен, что придет. А как бы ты ее поцеловал, если бы она пришла? Я бы обнял ее сердечком. Поднимайся там. Сердечко обнял бы свое. А поцелуй бы как был бы? А поцелуй был бы страстный и жаркий. Ну ладно, аплодисменты одеть. А, внимание, наоборот, я вас обманула. Конечно же, никого нету. И следующий у нас Сергей. Приглашаю сюда. Сергей, интересно, какая же девушка выберет сегодня тебя? У тебя есть какие-нибудь предположения? Захарова Яна. Захарова Яна. А с чего вы? Яна Захарова, выходи. Ага, сейчас. Подождите, при чем у вас что-то было, и мы не знаем? Вы как-то наладили общение? Ты пришел к Яне Захаровой. У вас что-то не сложилось. Вчера ты изъявлял свое желание к Насте Райнашвили, да? Настя Райнашвили, будешь выходить? Нет. Я сказал, что сейчас. Что случилось с Настей Райнашвили? Ничего не случилось, просто общение легкое было, и все. Все, проходите к одиночкам, Сергей. И сейчас мы встречаем самого артистичного, самого-самого искреннего. Давид! Сейчас за тобой выйдет. Смотри, ты вчера просто отжигал, свое секси-тело показывал, валялся, кружился, потом ты начал плакать. Ты настолько многогранен, ты думаешь, что вообще тебя сегодня никто не выберет? Никто не выберет. А где награда? Почему никто не выносит статуэтку? А кого бы ты хотел, чтобы сегодня вышли тебя и поддержали? Не хочу, чтобы меня поддерживали, не хочу, чтобы меня жалели. Не хочешь? Тогда иди к одиночкам. Аплодисменты Давиду. Сейчас вызываю сюда очень интересную личность, которая может перевоплощаться по шивчику и которая встречается с очень опытной женщиной нашего проекта. Далее встречаем! Я здесь. Ну? Самый креативный поцелуй. Самый креативный поцелуй? Она должна его организовать? Ну, ты не должен видеть желаний. А палец там посадить. Целую сказал, пока не. Где твоя креативность? Если вы как, если вы так злитесь, давай это будет поцелуй злости. Поцелуй злости. Злости. Сколько в тебе злости, Надя? Даниэль, давай вашу ярость, страсть. Ну вот у стариков вот такая вот страсть и злость. Ладно, уходите к парам, вам аплодисменты. Это не очень-то креативный поцелуй, но я знаю, у кого точно будет славный, креативный, экстраординарный поцелуй. Артур Николаевичук! Этот образ говорит сам за себя. Галстучек. Переговори, пожалуйста, Артур Юрьевич. Треннички. Переговори, Артур Юрьевич выходит. Переговори. Сейчас выходит Артур Юрьевич. Порядочно, да. Рубашка заправлена в треннике. Ой, кто-то выходит. Кто это такая? Я не понимаю. Девушка, вы откуда? Это я видел. В ЗАГСе встречал. В каком стиле будет этот поцелуй?